Теперь это уже дела минувших дней. Предание старины, хотя и не глубокое, но предание эти нет нужды торопиться забывать. Не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия остальной блохе. То есть, родилась ли она среди рабочих Тулы, Урала или Сестрорецка. Я услышал эту цеховую легенду от старого оружейника. Когда император Александр Палыч окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он у сестраны и везде через свою ласковость имел самый междоусобный разговор. И везде его чем-то удивляли, и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил, и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. Англичане это знали, и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь. О, английского тумана напущают. Разные удивления и пояснять, что к чему их приноровлено.
для военных обстоятельств. Государина все это радуется. Все кажется ему очень хорошо. О, Платов, держите свои ожидания, что для него все ничего не значит. Англичане сейчас подвели государя к самому Абалону Балвидерскому. Вот, говорит, какая у нас производительность. Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Захолси ужасно. Ах, 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 как это так? Как это даже можно так тонко сделать? Вот если бы у меня был хоть один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился. А того мастера чичажи благородным бы сделал. Платов на эти слова вот уже минуту опустил правую руку свои большие шальвары и тащить оттуда оружейную отвертку. А Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись «Иван Москвин во ради Толи». Зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко. Как это возможно? Отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничего не удивительно? Мне здесь то-то удивительно, что мои донцы молодцы безо всего, без этого воевали и 12 язык прогнали. Это безрассудно! Не знаю, к чему отнести. Но спорить не смею и вынужден молчать. Ура!
аналичане не спали, потому что им завертело. Пока государь почивал, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли. День, как Платова сударю с добрым утром явился, то осмелился даже доложить, что недовольно ли чужеземельные продукты смотреть. И не лучше ли нам себе в Россию собираться, а царь ему говорить? Нет, я еще желаю другие новости видеть. Ой-е. Величеству наше покорное понесение, говорят ихние рабочие у тужурных жалетках. А чего же я его не вижу? Потому что это надо мелькоскоп, говорят их нерабочие. Это, говорят, нимфозория. Из чистой захлицкой стали в изображении блохи нами выкована. И в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть, она сейчас начнет танце танцевать. Только государь ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала пробирать. А наконец вдруг прыгнула, и на одном ляду прямое танце, и две вариации в сторону, потом другую, и так у три вариации всю каврель станцевала. Государь Александра Палыч аналичанам преклонился. Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут. Да и... Дайте миллион! Государь Платова говорит, не порт, не политики, старый ты черт.
оттого было очень рассердился. Потому что, говорить, для чего такое мошенство? Принжене сделали? Сделали. Миллион зато заплатили. Заплатили, а футляр, вон он у них, из цельного бриллиантового ореха. А футляр при всякой вещи принадлежит. Оставь, пожалуйста, это не твое дело. Не порт для политики, у них свой обычай. Сколько тот орех стоит, которым блоха местится? 5000. Выплатить! Все те же принадлежит, а денег вы без того много взяли. Уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия. И он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у баба Федота. Дорогой у их с Платовым очень мало приятного разговора было, потому что они совсем разных мыслей сделались. Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве. А Платов доводил, что и наши нашел взглянуть, все могут сделать, только им полезного учения нету. У английских мастеров на все совсем другие правила жизни, науки, продовольствия, и каждый человек у них все абсолютные обстоятельства перед собой имеет, и через то в нем совсем другой смысл. Ты к беседе не воздержан, говорит государь. И так много куришь, что у меня твоего дыма в голове копоть стоит. Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича у шкатулки, пока он скончался в Таганроге. А эту диковину со всеми иными драгоценностями передали в наследство новому государю. Император Николай Палкович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его случилось смятение. А был он ужасно какой замечательный и памятный, ничего не забывал. Министр, кисель вроде, докладывает государю, мол, так и так. Сие изобретений был подан русским мастерами, ранее прочих, зуморских.
с хлебушком поглужен. Босиком снегу потоптану, спинушку кнутом побиту. О, солдатушка, послужена, о, строго добить посижена, кандалами ноги потерты, дома зорли душа сажена, дома зорли душа сажена. Рассмотрелись, мы не нашел в них для России надобности. Николай Палкович один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех. И в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая. Государь посмотрел и удивился. «Что еще это за пустяковина? И к чему она тут у моего брата в таком сохранении?» «Нет! Это что-нибудь значит?» «Чувствую хлад, как от крепкого металла. Как угодно, но это не настоящий блох, а нимфозорий. И сотворена она из металла. И работа эта не наш, не русская». Государь велел сейчас разузнать, откуда это и что такое означает. Бросились смотреть в дела и в списки, но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать. Никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной кушетке лежал и трубку курил. Платов, как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с кушетки поднялся. Государь вопросил: «Что тебе, мужественный старик, от меня надобно? Мне, ваше величество, ничего для себя не надо! Да, пришел я доложить насчет этой инфазории, которую отыскали». Это так и так было. И вот как происходило при моих глазах в Анли. Это точно, что английская работа тонкая, интересная. Но нам этому удивляться одним восторгом чувств не следует. А надо бы подвернуть ее русским пересмотром у Тулии. Не могут ли наши мастера всего превзойти, чтобы английские над русскими не предвозвышались? Ты очень хорошо говоришь, мужественный старик. Вот я тебе это дело и поручаю поверить. А ты возьми ее с собою и на свою досадную кушетку больше не ложись.
Мне эта коробочка при моих хлопотах все равно не нужна. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту инфазорию. И пусть они о ней подумают. А поезжай на Тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности, и что им нравится. Они моего слова не переронят и что-нибудь сделают. На деревне-то я спородился, ты в завод-то жить уходил. Я рабил тут, с голодом бился, много горя, нужды я испытал. Да тяжелая работа в заводе, полсуток горишь как в аду. А хозяин полицию водит, чтобы мы не творили беду. За малую провинку все плети, всю спину сполосуют, молчи. Эх, и тяжело жить нам на свете, эх, загонят нас в роб палачи. Чильются в животе кишки дерутся. Платов тульским оружейникам слова государева передал, а потом спрашивает, как нам теперь быть, православные. Ахрицкая нация ведь тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусов ей с большим смыслом. Против ее надо взяться подумавшись с Божьим благословением. Спрашивал Платов Туляков. И так, и иначе. И до всей манеры с ним хитро по-донски заговаривал. Но Туляки ему в хитрости немало не уступили. Мы, батюшка, милостивое слово государева чувствуем. И никогда его забыть не можем, потому что он на своих людей надеется. Платов вилял-вилял, да увидал, что Туляка ему не перевилять. В одной работе огневой.
Туляки Платова вполне успокоили. А ты поезжай к себе на Тихий Дон, гуляй, заживляй раны, которые принял за отечество. Ну, а как назад будешь ехать? Посылай за нами. Мы к той поре, Бог даст, что-нибудь удумаем. Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют. И при том же не говорят ясно, что такое именно они надеются устроить. Ну, нечего делать. Пусть будет по-вашему. Я знаю, какие вы есть. Одначе делать нечего. Я вам верю! Смотрите, бриллиант не подменить и английской тонкой работы не испортите. Да долго не возитесь, потому я ошибка езжу. Ай да, ребята. Подданские казаки, задёргем на стол. За Агрицкую нимфозорию взялись оружейники. 3 человека. Самый искусный из них. Один левша. На висках волосья приучения вытраны. Попрощались с товарищами, со своими домашними. Сошлись в один домик к левше. Двери заперли, ставни в окнах закрыли и начали работать. День, два, три сидят и никуда не выходят. У мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась. Что непривычному человеку со свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть. Все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать.
Луч шумящий водометный, свыше сыплюща роса, где в тени в день знойной летней совершенная краса. Раскидав по дерну длани и сквозясь меж струй ветвей, сном объят о виде пены зарекла души. Я зыблющу очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала. Лада уехал очень спешно и с церемонией. Так они и в Тулу прикатили. Тоже пролетели сначала 100 скачков, дальше заставы, а потом казан действовал дымщиком Найкой в обратную сторону и стали у крыльца. Платов из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил. А мастера отвечают: мы сейчас, говорят, последний гвоздик заколачиваем, и как забьем, тогда нашу работу и вынесем. Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит. Готово ли? Усё, говорят, готово. Подавай сюда. Что это? А где же тут ваша работа, которую вы хотели государя утешить? Так тут и наша работа. Где ключ от блохи? Так ключик там же, где и блоха. В одном орехе. Так вы ничего не сделали, еще усю вещь испортили. Я ж вам головы потрываю! Напрасно так нас обижаете. Мы ж от вас, как государева посла, все обиды обязаны стерпеть. Но только за то, что вы в нас усомнились и подумали, мы вам секрета нашей работы не скажем. Ну так врете же вы, подлецы. Я с вами так не расстанусь. Один из вас со мной в Петербург поедет. Я от него там допытаюсь, какие есть ваши хитрости. Сиди здесь до самого Петербурга, она вроде пубеля. Ты мне за всех ответишь. Как же вы его от нас так без тугамента увозите? Вот вам тугамент!
Ай да, ребята. Богданские казаки зовет верных полагать. По границам разъезжают, ни о чем не тоже. По границам разъезжают, ни о чем это не тоже. А что же, как мои тульские мастера против английской нимфозёры себя оправдали? Платов отвечал о том роде, как ему дело казалось. Нимфозорь говорит, ваше величество, все в том же пространстве. Я ее с собой привез. А тульские мастера ничего удивительного сделать не могли. Ты старик мужественный, но то, что ты мне докладываешь, быть не может. Подавай сюда! Я знаю, что мои имя не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделали. Лихо. Ах, они шельмы собаческие, думает Платов. Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного их друга с собой захватил. С этими словами Платов выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туды-сюды трепать, так что клочья полетели. А левша говорит, так у меня, говорит, и так все волосы, говорит, при чьими выдрали, и не знаю теперь, за какую надобность, за мое такое повторение. Это за то, Платов говорит, что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили. Так это мы много благодарны, что ты за нас заручался. Так испортить мы ж ничего не испортили. Возьмите, у самой сильной килкоскоп. Смотрите, говорит левша. Подали большой килкоскоп. А привези сейчас ко мне этого оружейника. Его передеть надо, он лучом был взят. Теперь узлом. Види, ничего вести, как он есть. Есть! Платов левша говорит, вот ты не теперь сам такой-сякой, этакий, перед очами государю отвечай. А чё ж такой, пойду и отвечу, говорит левша. Эх.
это такое, братец, значит? Мы так едок смотрели, а ничего замечательного не усматривали. Оставьте Надим мудрить. Пусть его отвечает, как умеет. Куды? Ми... Вот как лели. Смотри сам, ничего же не видно. Так, Ваше Величество, ничего и невозможно увидеть. Потому что наша работа против такого размера гораздо секретней. Надо всего одну ее ножку подробности под весь мелкоскоп подвести. Этельно на каженную пяточку глядеть, которая наступает. Ну, помилуй, скажи, ведь это очень сильно мелко. Ну, а что ж делать, если только так нашу работу и можно увидеть? Только тогда все удивление-то и скажется. Ого. Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста, ведь они шельмы английскую блоху на подковы подковали. Оплата в левшей горе. Прости меня, братец, что я тебя заволось это... Это дров, а левшей горе. Бог простите, говорит, нам не впервые такой снег на голову. Слава государю, слава государю! Слава! Сей день блаженная Россия, любезна небесам страна, сей день от высоты святые, тебе у нас, сударь, слава государю, слава государю, слава, я, да возрастет его держава. Счастья и полки, богатство, счастья и полки, богатство, счастья и полки, куб надел геройский слава. Но кто великая реки, а кто великая реки, а кто великая реки, а кто реки, виват, виват! Герой умолвил тут герой, нечетно я с тобой трудился, и честен подвиг мой и твой. Подвиг твой, государь, виват, государь, виват, государь, виват, слава государю, слава государю, виват, виват, государь, виват, государь, виват, 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 виват. Это еще не все удивительное, говорит министр Кисель вроде английским клеветонистом. Вот если бы у нас был бы мелкоскоп, который в 5 миллионов увеличивает, вы могли бы заметить на каждой подковинке мастерово имя проставлено, который русский мастер ту подковку делал. И твое имя тут есть? Никак нет. Почему же? Так и потому что я пельче этих подковок работал. Гвоздики выковывал, которыми эти подковинки забиты были. Тут уж никакой мелкоскоп взять не может. Где же этот ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление? Так эти, мы люди бедные. И по бедности своей мелкоскопа не имеем. У нас это глаз пристрелял уже. Сейчас же эту подкованную нимфозорию лежить и отправить в Англию. Чтобы там поняли, что это нам неудивительно. При блохе приказывает государь, чтобы сей мастер находился, показать ее работу и каковые у нас в Туле мастера есть.
каким манерам обформировали, то затянули ременным поясом как можно туже, чтоб кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшою и пошли заграничные виды. Батов его перекрестил. Пусть, говорит, над тобою будет благословение. Он же никогда не простой. Сам королик молодой. Привез левшу в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку. А те лица, которым курьер Нефазорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп. И сейчас публицейские ведомости описания, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел. Англичане сейчас свели левшу в пищеприемную комнату. Спросили много вина, и левше первую чарку, а и он с вежливостью водки их пить не стал, потому что она зеленая, вроде как будто купоросом заправлена. Не, говорит, это не порядок. Сами вперед кушайте. Англичане всех вин перед им опробовали, и тогда ему стали наливать. И он встал, и за всех ваших здоровья говорит, левой рукой перекрестился и выпил.
он, лютеранец или протестантист, что левой рукой крестится? Спрашивайте англичаны. Да не, он русской веры, однако левша. Все левой рукой делает. Подали левше ихнего приготовления горячий стьюдинг в огне. Это, говорите, я и не знаю, чтоб такое можно есть. Не б чё-нибудь понатуральнее бы, а? Ну, они ему тогда переменили и другого кушанья поставили. О! Англичаны накачивали вином левшу так целые 3 дня. А потом говорят, ну, теперь довольно. Русского курьера назад в Россию отправили. Курьер, хотя и чин имел, и на разные языки был учен. Ну, они им не интересовались, а левшою интересовались. И уговорили его на короткое время погостить и хмыльнопильные заводы поглядеть. Мы его, говорят, живого в Петербург доставим. Взяли англичаны левшу на свои руки и пошли не левшу водить и все ему свое искусство производства, и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Работник у них постоянно в сытости. Одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет. Работает не с байлом, а с обучением. И имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения. А под рукой стирабельная дощечка. Мастер делает, на долбицу смотрит и с понятием сверяет. Придет праздник, соберутся по парочке, возьмут руки по полочке и гуляют чинно, благородно, как следует. Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся.
но больше всего внимания обращал, как старые ружья. В каком виде состоят? О, где-то и мы и так можем. И это, говорит, против нашего не в пример превосходнейшее. А. И начал тут Левша вдруг беспокойно скучать. Затосковал и затосковал. Тогдашнее время стали наши ружья заряжать. А пули и болтаются, потому что стволы-то кирпичом расчищены. Здравствуйте на всем ощущении, я всем у вас очень доволен. И все, что мне нужно было видеть, я уже увидел. А теперь я скорее домой хочу. Никак его аналичаны более удержать не могли. Но так он пристал, отпустите, говорит, да отпустите. Ну, тут английские ученые говорят. Это жалко, говорит. Лучше бы, если бы вы из арифметики, говорит, по крайности, хоть четыре правила сложения знали. А то вот хашавы очень в руках искусны. Они сообразили, говорит, что такая малая машинка, как в нимфазорий, ее подковок несть не может. Через это теперь нимфазорий и не прыгать, и донсей не танцуить. Эй, куды? Об этом спору нет, что мы в науках не зашлись. Но только мы своему отечеству верно преданные. Аглицкие рабочие в утажурных жилетках сказывают ему. «Оставайтесь, — говорит, — у нас, мы вам большую образованность передадим. Из вас удивительный мастер выйдет». Мы к своей родине привержены. Вот так вот. Да, я еще к тому же в холостом звании. Мне у вас скучно будет. Это не важно, суть. Мы вам грандеву и сделаем. Зачем грандиву? Это дело господское. Если об этом в Туле узнают, надо мной большую насмешку сделают. Мы на буриметр смотрели. Буря будет. Потонуть можешь. Это не то, что у вас Финский залив. Тут настоящее Твердиземное море. Это все равно где помереть. Желаю в родное место. Потому что иначе могу род помешательства достать. Ничем его англичаны не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился. Ну, его силам не удерживали, напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкой на голову. Вышли в буфты, в Твердиземное море. Водопление стало ужасное.
а левша все вниз в каюты не идет. Эх, к отечеству смотрит. Поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина. Но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился. А уйдет на палубу, под презент сядет и спросит. Иди, наша Россия. Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать. Но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал. Нет, говорит, мне тут наружу лучше, а то со мною под крышей, говорит, от колдыхания морская свинка и сделается. Ахлицкий полшкефер левше, говорит. Полонец, раз. Выпьем. Фу. Какой от нашего государства в Россию секрет везешь? Это мое дело. Если так, то давай держать Ахлицкое парей. Какое? Такое, чтоб ничего. В одиночку не пить, а все пить заровно. Началось у их пари еще у Твердиземном море. И шли они все наравне, и друг другу не уступали. И до того аккуратно равнялись, что когда один глянул в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас же то же самое и другому объявилось. Левша говорит, ты, перекрестись и отворотись. Это черты из пучины. Не, это морской вода... водоглаз. Хочешь, я тебя в море шурну? Ты не бойся, он мне тебя назад подаст. Если так, то швыряй! Капитан, как узнал, сразу велел их обоих вниз запереть и дать им руму и вина, и холодной пищи, говорит, чтобы могли и пить, и есть, и свое пари выдержать. А горячего студенку, говорит, с огнем им не подавать, потому что у их внутри может спирт загореться. Так их и привезли в заперти до Петербурга. И пари из них ни один у другого друга не выиграл. Отсюда судьба их начала сильно разниться. Англичанина, как привезли его в Петербург, сейчас сразу позвали к нему и лекаря, и аптекаря, покрыли, оставили потеть. Чтобы ему никто не мешал, приказ болтан, чтобы никто чихать не смел. Ну, аптекарь сейчас же скатал утоперчивую пилюлю и сам в рот ему вложил.
Левшу свалили на пол и спрашивают: «Кто такой и откуда будете? Есть ли паспорт или какой другой документ?» А левша говорит: «Мне бы пару слов государю сказать. У англичан ружья кирпичом не чистят. Вот бы у нас не чистили бы, а? Храни бог войны, они же стрелять не годятся». «На, что ли, русской? Дуй за извозчиком». Документ, говорит, не принимаем. Его в простонародную Обухвинскую больницу. Там неведомо сословие всех умирать принимают. Наконец, один подлекарь говорит городовому: «Сходил бы ты, говорит, лучше к казаку Платову. Он простые чувства имеет». Достигли Платова, который теперь опять на своей досадной кушетке лежал. Платов выслушал и про левшу вспомнил. Как же, говорит, братец, очень коротко был с ним знаком. Даже за волосы его драл. Не знаю только, чем в этом несчастном разе ему могу помочь.
потому я совсем отслужился. И полную уплексию получил. Меня, говорит, больше не уважают. До самого утра Левшу по всем отдаленным кривопуткам таскали, так что он весь избился. Скажите, государю, что англичаны ружья кирпичом не чистят. Пусть, чтобы наши не чистили. Но храни бог войны, они же стрелять не годятся. С этой верностью Левша и помер. Собственное имя Левши, подобно именам многих величайших гениев русской земли, навсегда утрачено для потомства.